Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур, мы продолжаем играть SCP Containment Breach. Я, честно говоря, нифига не помню, когда мы в последний раз вообще запускали эту игру, но я помню, что мы находимся в административном комплексе. Здесь все довольно печально, но далеко не так печально, как было на нижних уровнях этой лаборатории. Хорошо, нужно что-то делать, нужно как-то выбираться отсюда. Я, честно говоря... А, во, кафетерия, в которой мы попили человеческой крови. Тихо. В последних сериях я совершил страшную ошибку. Я играл не в наушниках, выкрученных на максимум, поэтому было не так страшно. Сейчас я... Сейчас я их выкрутил, и теперь мне стало реально жутко, потому что эта игра звуком просто выносит мозг. Так, ладно. Надеюсь, вы тоже надели наушники, потому что если нет, то к вам придет дедушка и заберет вас в свое карманное измерение. Ну, поняли. Да, вот тут мы остановились, и тут нас еще не было, поэтому... Погнали. Что это за хрень? Ой, твою мать. Что это такое? Ой, бля, хомуха. Так, давайте-ка закроем дверь, потому что сейчас сзади еще что-нибудь придет не то. Я хотел сказать, что если я только что говорил про административный комплекс, что он неплох, то, по-моему, пора забрать свои слова назад. Что у нас есть вообще? У нас есть карта 5 уровня, у нас есть косяк, у нас есть радио. Давайте, кстати, его послушаем. Сказали, что если послушаешь какое-то радио больше, чем 5 минут, то в итоге тоже будет страшная наркомания и все очень плохо. А я на самом деле не хочу, давайте уже убираться отсюда. Фух, так, хорошо. Мы бывалые, мы выберемся. Мы в прошлый раз почти вышли. Че это? Кто там? Так, навигатор нам не нужен. В прошлый раз мы с его помощью, в принципе, ничего не добились. Ого. Это что-то новенькое. Так, я, пожалуй, сохранюсь. Чё это такое? А, понятно. Надеюсь, 173 не так близко, как я думаю. Тихо. Фух. Ой, игра, ты просто орёшь мне в уши. И что мы тут делаем? Зачем мы сюда попали вообще? А, видимо, незачем. Видимо, придется перейти туда вниз. Но сегодня как-то почти спокойно началось, да? Пусть такого перерыва, игра меня щадит. Всего лишь какой-то страшный призрак смотрит за нами из угла. И больше ничего. Так, 173-й ты тут, нет? Вот хрен тебя поймешь. Ой-ой-ой. Дедушка бесился. И кишалон комнаты конференций. И доктор... доктор Л. Тихо. Не знаю, что там доктор Л, но мы сюда явно не войдем. Ну и там все, судя по всему, очень плохо. Хорошо, а сюда мы, в принципе, я думаю, вполне сможем. Ведь так. Так, и пожалуй... Да нет, не будем закрывать дверь. Темновато тут, темновато. Не знаю, что они тут обсуждали, но что-то мне подсказывает, что вот здесь мы сможем войти в контакт с искусственным разумом, который тоже вырвался на свободу. Так, давай думаем быстрее. Так, в то время как мы ценим ваши убеждения... и то, какие трудности приходится преодолевать вашему персоналу. Есть процедура для таких происшествий. Сначала нужно все закрыть, чтобы предотвратить физический побег. И позволить команде зачистки
Тихо. Что это такое сзади? Короче, говорят о том, что нужно закрыть, зачистить и разбомбить к чертовой матери. Что это было? Мне просто неспокойно читать такое, когда за спиной такие шепотки. Ладно, допустим. Документация, которая нам ничего не дает. И что это такое? Папка? Просто папка. Хоть один код бы узнать, а может там есть какая-то подсказка, я не знаю. Давайте присмотримся. На самом деле я там ничего не видел, это я просто так. Проверки для... Нет, навряд ли. Хорошо, зачем нам... Да нет, в принципе, вот это, по-моему, лечит от всех болезней, я уже забыл. Ладно, допустим. Подожди, что это? Оказалось. А может быть, вот этим можно открывать? Да нет. Я просто не хочу идти вперед, меня что-то реально умораживает эта игра после перерыва. Зря я не добавили возможность сохраняться, теперь сохраняюсь через каждые 5 секунд. Потому что это ненормальная игра. Так, отлично. Мне не нравится эта тишина, поэтому идите в болото, я не пойду туда. Еще один выход. Выходов у вас, я так посмотрю, здесь очень много. Жаль, что ни один не работает. Ладно, считаем, что здесь ничего нет. Хорошо, пойдем в это жуткое место. Ой-ой-ой, что ты... Чем меня накрывает так? Так, секунду. Уходим. Жук, тут тебя только не хватало. Я знаю все, я знаю, что дедушка идет. Валим. Давай. Открывай, твою мать. Ой, твою мать. Давай. Какого хера? Давай. Еще один херовый день. Все, до сюда он не доберется. Не доберется же, верно? Все, сидим в углу и отдыхаем. Дедушка, срань такая, приходит всегда не вовремя. Дедовщина просто пипец. Не знаю, когда наушники орут, это вообще просто... И вообще, когда я так отдохнул, я не знаю, в последнее время был какой-то замученный. А тут вот из-за всех, из-за того, что вы слышали в подкасте, короче, получилось отдохнуть. И просто кого-то новые батарейки мне вставили. Так, дедушка ушел. А там в той комнатушке я слышал 173-го, поэтому я не думаю, что что-то у нас хорошее будет сегодня. Вы знаете, после того, как мы позвенели в колокольчик вот это 3 раза, мне совершенно не нравятся побочные эффекты, потому что, вы видели, от этого реально можно крышей поехать. Ну и вон нафиг такие приколы. Так, вот тут ты вылез, да? Вот и вылезай тут. А я пойду дальше. Так, ну и что у нас тут? Там наверху какие-то офисы, и я выхода пока не вижу, но я думаю... Всему свое время. Че это? Документ. Про мобильный спецназ. Хорошо. Команда Альфа-2, Альфа-5, Ита-10, Эпсилон-11. Эпсилон-11, понятное дело, самые крутые. Другое дело, что вам меня не поймать. Тут еще офисы. Давайте сначала в административный комплекс, мы туда наверх поднимемся. Там, я думаю, может быть, умные карты или что-то еще хорошее.
Какого? Показалось. Эта игра неплохо так развивает паранойю, по-моему. Тут что? Документ. В этом документе у нас будет код от всех дверей, да? Нет, здесь у нас... Так, с тех пор, как я повторно отправил петицию об уничтожении 173-го... Так... Предлагаю увеличить охранные процедуры. Ладно, я не могу так долго читать, потому что сейчас дедушка вылезет. Доктор Минг. Или 173-го, уже слышите его? Он по вентиляции передвигается где-то близко. Надо уходить. Здесь у нас батарейки, которые нам в принципе не нужны. Но мы сможем их применить, я не помню. Нет. Ладно, хрен с тобой. Это что, клей? А, это глазные капли, понятно. Тоже пригодится. И еще одна рация. Зачем нам еще одна рация? Нерабочая, к тому же. Я думал, будет что-то пополезнее, но в итоге оказался какой-то типичный мусор просто. Ладно, по крайней мере, мы отдохнули от того кошмара, который там на этаж ниже проходит. Происходит. И нам уже норм. Давайте, парни, поджали булки, пошли вперед. Уточки нет, а вон она. Куда же мы без уточки, да? Уточка, сейчас я моргну. А ты тут. Тихо. Ой, твою мать. Ты никогда не знаешь, кто слушает, кто подслушивает. Соблюдайте правила безопасности. Так, хорошо, еще один навигатор. Опять же, не рабочий, конечно же. Ну да. Я никогда ими не пользовался, я вообще не понимаю, нафиг они нужны. Ну, то есть, понятно, что можно какую-то карту составить. Хрен она. Карта первого уровня, это нам бесполезно. Тихо. Еще один документ. Я хочу найти документ, в котором... А, это очередное описание. Вот эти вот SCP все вы можете прочитать на SCP Foundation, напомню. Тут переводить это... Не, нет времени тратить, не вам смысла нет. Потому что у всех, кто смотрит видео на Ютубе, есть интернет, а этот сайт, по-моему, достоин того, чтобы его посетить. Только не говорите мне, что мы... Ух ты. Подождите. Подождите секунду. Так мы же... Не запустили боеголовку, по-моему, нет? Но и назад вернуться не можем. Хорошо. Чё-то этот смех мне не нравился. Не знаю, куда я поднимаюсь. О-о-о-о. Я в том месте, где нужно. Но я не могу сохранить. Тихо, тихо, тихо. Ну, солдаты. Дедушка, приди, когда ты нужен. Деда, давай. Сейчас меня порешетят просто. Почему деда не пришел? А вон он идет. Воу! Давай, дедуня, давай! Деда, деда, давай! Так, сейчас рванем. Давай, валим, валим, валим. Валим, я не знаю, что там происходит, и знать не хочу. Ух, твою мать. Да какого хрена я сюда приперся? Ой-ой-ой. Солдатам норм, мне не норм, я не понимаю, куда мне идти. Последний раз мы где-то вот здесь умерли и дальше пройти не смогли.
И теперь мне, соответственно, тоже хандец просто. Тихо. Тихо. Он там дверь, что ли? Давай. Прячемся. Ой, я чуть не подпрыгнул. Валим. Давайте, касатики. Воу. Тихо. Ох, твою мать. Ты, говорит, слишком много знаешь, чтобы тебя отпускать. Ты с нами пойдешь. Меня снова поймали, походу. Но вы знаете, это первый раз, когда мы прошли эту игру. Не самая лучшая концовка, но, по-моему, все пошло как надо. Хорошо, мы не использовали консольные команды, не поймали 106-го, не убежали из карманного измерения, и, короче, нет. Так что я считаю, что это самое поверхностное прохождение SCP, которое у нас когда-либо получалось. В других прохождениях мы делали гораздо больше. Но повторюсь, эта игра не про то, чтобы дойти до конца, а про то, чтобы получить как можно больше приколов. Поэтому на сегодня, я думаю, мы прекратим. А в следующий раз пойдем по новой, тем более, что у нас даже по ролеплею нас поймали и посадили обратно. И в следующий раз, насколько я понимаю, у нас будет все совсем по-другому. Нужно запустить эти боеголовки, нужно пробраться как-то в кабинеты к этим докторам. Но, по крайней мере, одна концовка у нас есть, и я, честно говоря, доволен. Доволен, что хоть раз мы выбрались отсюда. Ну, как смогли. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока.